Снова я. Ну что, попробуем сегодня сделать обзор на Chewy Gemibook. Мне тут уже некоторые критики сказали, что зачем я это купил, что это все китайская подделка и так далее, сфабриковано кукловодами из Китая. Ну ладно, сейчас посмотрим, что это такое и каким образом это все работает. Значит, но клавиатуру, все эти штуки я вчера показывал. Не знаю, в экран не влазит, такой большой. В принципе, достаточно такой увесистый одной рукой. Ну, не сложно. Мышцы натренированы, можно и поднять. Значит, что у нас тут? Ну, клавиатура, видим, да, наверное, придется сделать гравировку. Посмотрел в Минске, рублей 25, наверное, это все дело стоит. Что по портам? 3.5 джек, все нормально, слот для microSD карты, USB 3.0, флешка должна, наверное, заходить, но тест не буду делать. Вот, на захождение флешки, здесь у нас что, Type-C и все, и подзарядка. Вот, но сейчас попробуем его включить, я еще его не включал ни разу, поэтому... Сегодня вы как бы будете свидетелями первого пуска. Кнопочка, ну, многие говорят, что кнопочка включения вот тут не очень удобна, потому что она возле бэкспейса. Надо смотреть, как оно включается и выключается. Но если он заряжен, то посмотрим, как все будет работать. Оп. Короткое нажатие. Видим, короткое нажатие. Что-то сверкнуло. И все. И после короткого нажатия ничего не происходит. Длинное нажатие. Оп. Так, загорелась как это? Панель приборов. Лампочки, видите, как сделаны. Но не сказал бы, что прям супер. Но светится. И в принципе это приятно. Так, тут у нас уже пошла загрузка. Чувиком. Время могли вы, наверное, засечь, сколько он загружается при первом запуске. Вот уже второй раз появилось. Чувиком. О, just a moment. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Рамочки, видите, рамочки такие достаточно неплохие. Узенькие. Вот. Ну, это первый запуск, я тут как бы больше для тех, кто планирует прикупить, чтобы просто посмотрели, да, в нашем русскоязычном сегменте, что это за техника и стоит ли вообще ее брать. Вот, значит, что он нам тут предлагает? Он нам тут предлагает выбрать какой-то язык. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите, хорошо выбирает, достаточно... Шустренько это все двигается. Да, нажмем вперед. Заодно посмотрим, какая версия. Так, начнем с этого, все правильно или неправильно. Конечно, люблю свою краину родную, Беларусь. Сомневаюсь. Ага, так. О, смотрите, этот работает тоже так достаточно... Неплохо. Сразу же по умолчанию мультижесты. Такой приятный на ощупь. Так, Беларусь у нас где? Она у нас... Беларусь. Оп. Так, и даже таб без этого самого, без нажатия классно работает. Ну что, пока. Пока мне нравится. Так, правильная раскладка. Без понятия, что это за раскладка. Окей. Так, подсветка куда-то делась. Непонятно. Хотите добавить другую? Не будем мы ничего добавлять. Давай уже переходи. Я так понимаю, подсветка все перестанет на этом работать. Может, тут какой-то датчик освещенности стоит? Не знаю. Так, лицензионное соглашение. Что у нас тут? Windows. Не сказано, какая она. Какая-нибудь стартер. Принять. Мы все очень быстро читаем. Так, учетная запись. Блин.
учетная запись. А куда делась подсветка? Ага. Ага, начинаешь нажимать, подсветка срабатывает. Перестаешь нажимать. Так. Ну, кстати, кнопочки нажимаются достаточно приятно. Хорошо у вас замьютено. Так, имя. Имя. Какое выбрать имя? Какое? 1, 2, 3 имя у меня будет. Потом поменяем. Далее пароль. О, боже, и пароль какой-то надо еще вводить. 1, 2, 3. Окей, подтверждение пароля. 1, 2, 3. Окей. Ёлки-палки. Контрольный вопрос. Какой контрольный вопрос? Это на них. Какой вопрос-то? Так, как личка, в каком городе вы родились? Ну, пускай будет такой город. В каком городе я родился? Я не помню, какие, как тут буквы. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, в каком городе я родился? То есть, понасоздаю секретных вопросов. У меня уже было, был логин. Был этот самый, поэтому я, наверное, сейчас немножечко поставлю на паузу и потом вернусь, когда это все введу. Так, ну что, будем думать, что все, я тут сделал как надо. Окей. Продолжаем ожидание. Так, удобная работа. Что он тут предлагает? Пускай помогает Windows, она же для этого и создана, чтобы помогать. Нам, боже, сколько всего принять. Я думаю, что с этим потом получится справиться. О, привет. Почему Картана не озвучивает? Так, выполняется подготовка, но сейчас посмотрим, как тут эта подготовка идет. Это может занять несколько секунд. Ой, наверное, это долго секунд займет. Ну ладно, ждем, что раз уж как-то... Пообещал, что покажу все от начала до конца. Но слушайте, если близко так вот присматриваться, камера, конечно, это не покажет, но экран приятный. Пиксели, ну, глазу пиксели не видны. Не знаю, как это, как у Apple, ретина, не ретина, но пиксели, в общем-то, не видны. Ну, с клавиатурой, конечно, это интересная штука. Что как только нажимаешь на какую-то кнопочку, тогда подсветка загорается. А так подсветка по умолчанию не горит все время. Хотя я не знаю, как в других, у меня никогда не было компьютера с подсветкой, поэтому... Ну, буковки все просвечиваются. Должно, наверное, работать. Так, конечно, под углом видно, что вон там диодики под этими самыми. Так, и кнопка включения горит таким красненьким цветом. Прикольно. Так, сейчас они обо всем позаботятся. Давайте, ребятки, уже запускайте. Ой, долго. Так, о, кстати, недолго. Я на свой старый ноутбук, когда устанавливал Windows, то это было все очень, как бы, грустно и долго. Ой, слушайте, класс. Ну, что сказать. Все вроде как на месте, все вроде как работает. Так, это окей. Так, что у нас тут с батареей? Да, батарея — важная штука. Батарея. Ну, батарея, видите, не из лучших. И это сама система пишет, что сейчас заряд. То есть вот он приехал такой из Китая, да, батарея была заряжена на 84%. Ну, режим стоит какой? Оптимальная производительность 4 часа 40 минут. Ну, в общем-то, достаточно. Так, что тут еще у нас? Яркость горячими кнопками. Пауза, print screen, insert. Как добавляется? Дайте посмотрю. А, это максимальная яркость. А это... О! Тут горячий, тут без горячих. Ой, видите?
Так, минимальная яркость вот такая. Добавляется яркость. Ну, прям как-то медленно, 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 медленно. Не знаю, это так надо. Ну, плохо, что, видите, нету этого режима, когда на минимальной яркости вообще все пропадает. То есть экран не горит. Так, что тут еще? Ну, по комплектующим. О, двойной этот самый, двойной таб. Хорошо. Свойства. Посмотрим, что тут про свойства. Ну, процессорчик. Видите, процессорчик. Да, Innovation Technology. Процессор Intel. 12 гигов 11,8 оперативной доступно. Операционная система. Условия лицензионного соглашения. Ага, так, что тут придется еще активировать. Ладно. Это мы подключимся к интернету, потом активируем. Так, и что тут еще я для первого раза посмотреть? Так, что у нас тут есть еще? Диск, 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 компьютер. Видим, операционная система откушала. Ну, блин, 30 гигов съела. Диски не разбиты, ну, в принципе, что их разбивать, да? Вот. Сейчас подключу этот самый, быстренько подключу. Ну, чтобы вы уже не ждали, быстренько подключу интернет и или, наверное, начну пользоваться, а потом, когда какие-то эти самые возникнут у меня недостатки в его использовании, так звук вот хотелось бы еще. Ну, звук не сказал бы, что самый громкий. Ну вот, работает тихо. На корпусе вибрации никакой нету. То есть, скорее всего, наверное, он вообще без кулера, но я не хочу его раскручивать, чтобы потом понимать, с кулером он или без. Сейчас посмотрю, попробую, может, тут какая-то где-то музыка есть или что-то связанное с этим. Плеер, музыка. А вот музыка грув. Посмотрим, как быстро открывается. Ну, так, сейчас он что-то настроит. Ну, просто чтобы звук уже, да, чтобы вы прочувствовали, как бы плохой тут звук. Или наоборот, хороший. Да, ничего тут нету. Хоть бы что-нибудь включить. Эй. Эй. Ничего нету. Так, а микрофон? Как тут микрофон включить? Не знаю. Ну, короче, ладно. На сегодня тогда уже, наверное, закончим. Видите, что все работает, все из коробки, все классно. Батарея была 84, стала 82. Ну, уже осталось на 6 часов. Видимо, я сразу неправильно посчитал. Ну, производитель пишет, что где-то часов 4-7 он должен работать. Ну, в общем-то, на этом, наверное, мы обзор сегодня завершим. А уже в процессе эксплуатации потом еще сделаю оперативно, может быть, завтра следующий ролик, и там уже покажу, что да как. Но делайте выводы. Конечно, наверное, не очень удобно, что так мало портов, один USB и Type-C. Но я для Type-C с этой стороны купил там такой переходник, чтобы можно было внешний HDMI монитор, флешка и там еще что-то, я уже не помню. Вот, как приедет, потом подключу, может быть, покажу. Ну, а так что? Так, приятный такой тяжеленький девайсик. Буду пользоваться, посмотрю, что да как. Да, все, всем спасибо, всем пока.